Просто ждете, пока первый портал появляется, и потом заливаете второго. Все. Первого под Герой. Вообще изи убивается плюс 3. Да не надо за рыбой, у меня рыбы 29 штук, хватит. А, стоп, я тебе отдал. Но все равно у меня еще стак рыбы лежит. Че, все ставьте здесь? Рыбу, давайте масбафы. Не все здесь, конечно, но все равно. Мораль нету. Андрюха! Андрюха! Танки тут, столовка, спекайся в танка тоже. В столовке есть другой спек, я не знал. Да, 214 ДД. Давайте, блядь, плюс 2 по-быстрому, ну его нахуй это, блядь. Ой, да ладно, это, блядь, ладно, на минуту дольше, блядь, ладно, похуй, давайте этот. Начинается, трэш, поехали. Ё, прям как будто все слабаки. Каски, 200, кулаки, о, раздайте. Черт. Дайте каску по вару. Что там каска? У нас только три паладина, надо или просто давать или каску. Хотя надо хотя бы грипнуть моба, блядь, чтоб никто не сдыхал. Ой-ой-ой. Нет, каска. Каска, походу, сбивается, нет? Грипом сбивается каска. Ох, ничего себе, книжка познания символов. Какого убиваем, первого или второго? Второго. Почему первого давайте тогда лучше убьем? Чтобы кто-нибудь не перевел и не было у нас самоубийства рейда. Да там первый давай портал просто оставляешь, да и все. Он... Давай, поехали, пуляй. Пуляй первого. И так быстрее будет, чем стопать. Дайте Геру, она все равно откатится. Падает этот тренер. Ой, блядь, это смотка, какая падает. Ну, какая шмотка, о чем ты? Ну плюс 3, нахуя мы бьем вообще? В целом, нахуя не дракон бьем? Падает, блядь. Дракон падает из звания. Из-за этой хуйни. Дайте бафы, паладин, у нас 4 паладина. Ой, не сильно сложнее. На самом-то деле, в нашем шмоте. Я думал, плюс 3 падает, блядь, 223-я шмотка, там, блядь, рука. 223-го шмота не бывает, если шо. 226. Дракон, обгрипните, чтоб там, когда каст будет. Ну, ты каждый вроде хватает. Сыграть служительницу. Женек, что там у тебя опять по пизде все пошло? Предлагаю после этого какой-нибудь мощный пати 10 убрать на льду и снести по-быстрому. Ну так только что об этом разговор был. Да? Давай заходи, блядь. Я захожу. Т-4
Ты Андрюху еще раз будь. Че он там спит? Бля, ну сегодня прям захожу и ничего не, там не зависает, как раньше. Я тебе говорю, была проблема на линии. Я нахуй. Говорю, вчера что только не пытался. Утром сегодня включил комп, все сразу получилось. О, скада заработала, то когда скада не работает, я не могу играть. А, понимаю. Ну это вообще ты... у меня она так-то на весь экран, нахуй. А, ты ну это мы знали, Женек. Санек, у меня хаос. Вот справа скада, слева рекаунт, нахуй, еще увеличенный, ну пиздец. Ну вы куда пошли? А че, это Санька нету, да, с хау? Дай, нету, дайте лапу, пожалуйста. У него еще детейл там стоит, просто я уверен. Спасибо. Вы где? ОС? Да. Сейчас, вот сейчас мы фильмы самонем. Да для чё? Ёбаный шаг, кто там его откатил? Заебись, ты поражался. Женёк, ты чё? Ты чё так материшься? Ты был таким воспитанным молодым человеком, когда у тебя микрофона не было. Он просто молчал. Я просто молчал, да. Подожди, а у Алисы ж был приз. Тысячу лет назад уже, друид, ты чё? Не, ну был же ж приз. Там вот ну он есть, как бы, но просто у нас бум пристов случился, как только Алиса пристом начала ходить. Всякие эти безрукие там или кто-то как у нас было что там Андрюлик проснулся и лень да. Литературе там все дела, а тут они бах и ушли все резко, никакого доверия нету ему. Ага. Типа на, ну реально было что-то 6 пристов в рейде или сколько, это ж капец. Нет, нахрена ли. Ну 6 не 6, но 4 было стабильно, блядь. Ну, Винесса сейчас взяла и тоже ушла. Тоже что такое, блядь, случилось? Куда она ушла? Тупо с гильдии. И все. В другую гильдию? Ну, наверное, я не знаю. Наверное, я не знаю. Люди обижаются, что мы их одеваем быстро, наверное. Надо никого не одевать, нахуй. А вот это вот Винесса, Хуеса, это все ДВшники или нет? Да без понятия, кто это. Просто если не ДВшники, можно нахуй не брать. Потому что дохуя кто, они потом берут и уходят в другие гильдии. А у ДВшников как бы выбора особо нету. Чтоб ты понимал, ты поставьте ДВшник? Рыбу, пожалуйста. У тебя ГМ гильдии не ДВшник. Ты хоть нахуй ГМ на гильдии, значит. Написал, короче, Винессе, она такая, это, она говорит, в больницу, говорит, попала, аккаунт, говорит, племяннику отдала, это, мне там операцию назначили, я такой думаю, ну пипец. Либо это правда, либо она да, просто да, доктор. Да. Вот я тоже поставьте, думаю. Пожалуйста, ауры паладины там поменять, коня это уберите нахуй. Лапа есть. Да пристав, я сейчас дам. Я говорю, ты поправишься, хоть вернешься обратно. Она такая, а меня возьмут? Я говорю, конечно возьмут, что ты как это? Она такая, надевать не будет. Да, надевать не будет. Я пропишу эту хуйню в правила, что типа, блядь, меньше 3000 ЕП, блядь, шмот нахуй не лутает. Кулак подыкать. Чтоб не было этой хуйни, блядь, что люди приходят, мы, блядь, за 2 когда его одели, он пропал нахуй. Ну, она несколько раз ходила, в принципе, я так смотрел, она КД-4 посетила, наверное. Да, она КД-3-4 с нами была 100%. Да не надо, Миша, и так пойдет. Че, погнали? Чек, даю. Так, столовка. Столовка тогда на боссе, бигшот на драконах. А, все, вижу. Поехали. Столовка, это глюк или ты 221? 216 показывает. 216. А, ну у меня все 221, глюк, значит. Ура! Я 221. Не, мы не против. Хандры, кончиком на пулю, хорошо? А нас отхватает, кому на пулю. У нас, блядь, 4 ханта или 3. 3 ханта, 3 роги. Так, с жопы ли идет? Так, напуливайте сразу резко. Поехали. А, нет, давай, не хрена. Нет, 3 минуты.
Я дал и прыгал, короче, это косяку, не надо было давать. Ну ничего. Ну, мне зато дал. Да, Валера сейчас затащит. Да. Конечно. Валера, если что, даст. Вышли служб. С жопы идет. Дох прошел. О, дох прошел. Ну, десяточка почти. Дох-то сгаваем ходит. За ДПС, смотри. Так, Андрюлик, давай, сейчас пятнаха должна. На пульте дракона, хорошо, с лица идет волна. Я что-то не понимаю, это что здесь хилить-то? Мне Лунамир тоже писал в ПМ шагать, можешь половину хилов до дэшпик. Ну, что, типа, я тут практически не нужен. Я думаю, тут Ладомир бы по Васе вдвоем захилил. Возможно. Чё за бред, я между этими у меня обкидывает все равно. Ну, не знаю, может, ты недостаточно хорошо раздвигаешь. Кто видит, у меня проведение не естество висит, а то я что-то юзаю, не вижу его. Висит. Мне что-то не показывает. Праведное неистовство, что ли? Да. А, висит. Давай волну стакать будем, чтобы ты что-то хилил. Просто в лаву забеги. Бля, надо бы плюсы делать. Я вам говорил, нет, давайте не будем, давайте не будем. Рейд овергирный. Люди плюс 3 делали в 200-м шмоте, мы, бля, в 220-м не делали. Ну, типа, ну... Как бы я вообще в шоке. Ой, в дракон, фу, звание, говно, ачивки, вообще не знаю, что это такое. Я только я белочка целую. Пробовать в одного танка все сделать. Плюс 0, одного танка не получится. Там хоть 310-й мало. Ну сейчас за око будет поинтереснее. Там, вот там в одного танка. Ёб, плюс 0 поинтереснее. Как там, сударь знает толк в извращениях. Угу. Там 310-я голова. Сука, давай. Там КД лишнее не вешайте, потому что, блядь, я имею в виду десятки у льду. Потому что я... люди некоторые начали, у кого учеба, у кого работа, слоты будут. Тут еще неделя школы, все, каникулы. Можно две сумки носить таких? Не, нет. Они уникальные. Пиздома. Ну, тренька упала. Ну, недавно там был. А, даже две в поле. Две трени. А сумка с трофеями как выделить? Это по роллу. А, это что выбивать, да? Пас делать. Ну, то, что тебе не надо, пас. Если тебе на мейнспек, мейнспек. Ну вот сумка, что и как, блядь. Ну, по роллу отдам, говорю. Я по внутреннему роллу отдам. Ну типа жмешь мейнспек, а там кидаться ролл. Алиса, тебе Антон так кидается. Алиса, тебе нужна сумка?
Так, Алиса, Валера, тебе надо сумка? Да не особо. Тогда Джеку отдам. У него он 84, у него ролл, у тебя 93. Если вы вылетели с инста, ребят, ну тогда, блядь, забудьте про шмот, как бы. Да, тут почему, тоже только не знаю. Почему-то не отдается, блядь. Давай подойду. Не отдается. Сейчас буду перераливать всю хуйню. Надо по много шмоток не тыкать. Если никому не надо, я бы на транс себе забрал. Хочу такой сет на транс. Сет чего? Ну вот этот вот, Т7. Перчатки, между? Ну да. Ну кого-то может 200, я бы понял. Не, никому я не против, не если никому не надо, только я говорю. Никому так-то он надо. У меня и тоже не надо. У меня 226. Сумка по роллу. Art Style 99. Триня. Офспек. Столовка. Триня Марлоу. Так, рудак надо кому-то, нет? Боюсь, что нет. Артстайл тебе отдам, распылишь. Нахуй не надо, если честно. Без ГП, да, а по ГП нахуй. 213 шмот не надо. Так, Алиса, это тебе надо, да? 26-я голова. Надо ей голова. Так, Вока, там уже стартанули люди. Дох, ты в Дисе? А чё, это, полутал кто-то с него кожу, да? Не, лежит. Странно, почему-то не могу потрогать. Он бы после ПВО ободрали, он пропал. Ну подожди, на этот лут поставлю каждый за себя. Он типа не лутается даже. Отстой, ну это жопа. Это жулик, блин. И лежит такой кожаный. Чувак. Ты чисто пешком, да, поехал на динозавре? Смотри, блядь, как он умеет. Подходишь это к кому-то, блядь, паркуешься возле него так жопой, блядь, потом нажимаешь. Чисто насыпал нахуй на него и ушел. Вот, смотри. Смотри, у меня есть лиса, она умеет делать вот так. Нет, ты что, еще по говну потопталась? Да! Да. Растерла. Сзади прикольно на этом драконе этот череп такой нарисован. Ага, вижу, ну. Так, кто там долетел уже? Сумоньте сразу весь рейд быстрее. Это... А кто-нибудь знает, когда БК откроет инсты? Через 40 дней. Я так думаю, что нет. Не знает. Сможете Лока? Да, возьми этого Вака. Лок, он сумонте. Это дох зашел на лок.
Ух ты. Возьми лучше этого Вока. Первый дох зашел на Лока, слышно, нет? Я понял, но дох твинк, а это чувак мейн. Кто ты такой? Не знаю, но если он будет дальше играть, то это будет хорошо. Че, ну давайте кого-нибудь из ДД спросим. Ну я могу ему уступить. 211 лок. Так. Не совсем понимаю. Он мне этот Вага пишет в ПМ вопрос, РТ всегда так будет? Что значит всегда так? Ну, типа то, что пишется ульда, собирается ОСОК, и, блин, он мне уже вторую неделю, однако, пишет насчет этой херни. Ну, видишь, чувак интересуется. Я просто этого вопроса ничего не понял. Он имеет в виду время, количество людей, место, что его интересует? Видишь, что ульда не состоялась, и мы идем в этот ОСОКО. И он жалуется, потому что он на РТ не попадает. Ну и я как понимаю, у него Накс 25 не закрыт, и он все хочет туда попасть. Ну вот, время всегда у Наксов примерно в одно и то же время. Я не знаю, в чем проблема с этим. С тем, чтобы попасть на Накс. А что, завтра будет ульда? Да, завтра донос будет. Сегодня не срослось же у нас. Ты что, планировал завтра вечером что-то делать? Не, в том плане, что Гаваш не будет. Ну, не будет. Ну, без Гавая там пойдем. Я по РЛ или кто-нибудь еще, кто хочет. Может, он... Витя. Ой, господи, Витя, блядь, Валера. Путаю, пиздец. Не состоится ульда, пойдем в Накс. Ну да, кстати. Ну, всем шарнул квест, кому кто надо, то принял. Мне этот лук уже не нравится, блядь, то что ты говоришь, блядь, он 211, блядь. Но. Хуйню какую-то такую пишет, пиздец. А почему у вас было написано льда, вы не пошли, блядь? Ну, вот потому... Всем почему пишут, у него ник такой, нахуй, спроси у него, блядь. Как он придумал, блядь, такой ник? Не, так, Рейпа вот стоит, не... Разбиста, меняйте ауры. Я просто поднял тему, потому что у нас лока, видишь, нету, не было 25-ку, вот на сегодня не было ни одного лока. Вот я к чему просто. Ну, я вот буду, блядь, в воскресенье дома по вечеру буду сидеть, орать. Окей. Буду набирать людей. Так, все у нас тут, пристававчик можно давать? Да, все. Так что, это рыба стоит или поставить? Поставь. Оп. Кушать. Чем не похилить. Валера, а чё у тебя эта хуйня висит, блядь? Не, чё у тебя эта хуйня висит, что, блядь, отсутствует? Отходил.
Так, что по пати? Кто первую пати похилит? Я вообще не пати, я весь рейд хилю. Я не знаю, как вы по пати распределяетесь. Типа, да, в чем проблема, чтобы хилы хилили весь рейд? Зачем по пати? Тогда все, кто хилы, все хильте. Валера, ты уже тогда похилишь. Звучит нормальная тема. Вы метки не расставляете, нет? Какие метки? Ну, где падает эта искра. Так, сориентируемся, не переживай. Так, давайте, проверяйте бафы, подтверждайте, быстрее время тикает. Женек, кто? Квин, что у вас там? Квин, кто? Бигшот. Все хорошо. На кого пулить-то просто? Бигшот. Да на кого пулить пошлёт? Ну, бигшоту. Все были готовы, запускаю. Просто в небо хуяришь и все. Малегаса, пуль, Малегаса. Пусть сам себя бьет. Окей, окей. Сразу пулю... на пол бигшота, все косты сбивают. Ебало летит. Вижу. Поворачивай чуть-чуть. Летел. Так, Андрюлик, ты там знаешь, что делать. Тяни искру. Меня притянуло. Вниз ее пусти. Маг, это где сразу? Кто там? Шаман. Искру. Опа, искру поворачивай, бог. Давай, 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 подводи, подводи, поворачивай. Перед лицом еще что. Давай попробуем ее в эту же постель. Отведи немного в сторону. Потому что он не сожрет, там фрейм большой. Прохиливайте, прохиливайте. Вот айд, говори, а то я не вижу опять тебя. Скилл, прожмись. Массакру, быстро. Забери босса. Я не могу. Босса, босса. Вот, ставьте. Гим на хп дайте, прохильте рейд. Да не надо хил на хп. Все, 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 все. Стопайте сейчас по боссу. Надо сейчас искру постелить, потом дать геру и напиздить его в этот момент, пока будет искра. Вот искра, лопайте ее быстрее. Престов-то нету, если че. Престов не понял. Лопайте искру. Лопайте искру. Подводи босса, давай геру и хуярьте. На все босс? Бабки, блядь. Босс на нормально. Все, РДД, вливайте по нему по максимуму. Процентов 10 ему, чтобы сняли сейчас. Вася, подними мага сейчас. Мобов напуливайте. Черри поставил, хуя. Купол заводим и кливаем их быстро, быстро, быстро. Прохиливаем рейд. Мага забав. Все, переводи в новую. Веди, 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 быстрее, 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 быстрее. Садитесь на трелке, там уже мобы поумирали. Тарелку занимай. Скоро дыхание. Стали в купол в новый. Все, по тарелкам расселись, полетели. Прохиливаемся. Так, тарелок больше нету. Перебегаем в новый купол. РДД, работаем по мобам.
Вон тарелка валяется. Давайте, 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 накидывайте РДД. Перешли в новый купол. Вот моб лоу хп, 120к. Накидайте у него дот, чтоб он сдох. Черри поставил на него, чтобы сейчас тарелка освободится, я в нее сяду. Скоро дыхание, в этом куполе остаемся. Да вот он рядом упал, классно. Сади, перебегайте, у него прохиль. Сакру прожал. Сука, у меня тарелку выбило. Капец, под двумя сакрами вообще не било никого. Ну отлично. Все, всех убили. Внимательно следим, срез ты поводишь? Ну давай, только с этой метку на меня кинь. Квадратик поставил на срезу. Все за квадратиком летаем, плотно в нем. Стаки не проебывайте, старайтесь аккуратно. 5 минут у нас есть, времени дохуя. Внимательно. Все в квадратик, плотно. Поближе, подальше от него отлетите, чё? На макс ренжу. Вон, квадратик. Так, смотрите внимательно. Подачи, перешли, перешли. Перешли. Волшебник, ты что там задремал? Волшебник? Походу, походу вылетит. О, уходим. Я пока на волшебника смотрел. Сам блин, чуть не задремал. А че он не поворачивается? У вас поворачивается маленький? Нет. Перелетели. Покучнее, покучнее, ребята, ничего не видно. В квадратик встаньте плотно. Ничего не видно. Вот кто впереди стоит, блин, отлетите назад. Блять, у меня кнопка пиздеть и стояла выпрыгнуть нахуй с этого ебаного дракона. Вылетели, потом расскажешь. Летели. Не вижу, блин, ни хера не вижу. Перелетаем, перелетаем. Прилетели, прилетели. От лута отлетели все. Сердце лутайте кому надо, и от лута отлетайте сразу. Я сделала то, что должна была сделать, брат. Ты не оставил мне выбора. Можно сердце лутать, да? Да, сердце лутать. Да, конечно.
Уже спиздили, нахуй. Итоги войны чрезмерно печалят меня. Почему? Ну, двое забрали сердце, оно просто пропадает, как бы, сразу. Да я не успел. Кто успел, тот съел, чё. Тут потом уже... Оно... 5 секунд. Или сколько? Так, я весь лут забрал, упало одно говно, бля. Так, я сейчас дам 2 сотки за это.